like you. Be strong to hold the powers of the sun. Приветствую, дорогие подписчики и случайные зрители. Сегодня, наконец, пришло время потестировать данное устройство, видео, на которое мы выложили на прошлой неделе. Немножко расскажу о данном устройстве. Кому-то было понятно, что это такое, кому-то непонятно. В видео мы показали только сборочку. Эффект устройства противоположный эффекту процессора. Процессор нагревает жидкость в контуре или воздух в компьютере. То есть он нагревается. Нагревается, нагревает элементы, которые охлаждаются. А это устройство, наоборот, охлаждает. Причем охлаждает ниже температуры окружающей среды. Здесь установлены термоэлектрические модули Пельтье. Данные модули используются очень во многих сферах. Например, кулеры воды, которые стоят во многих очень офисах. Там не стоит компрессор внутри кулера, а там стоит именно термоэлектрический модуль Пельтье и охлаждает жидкость. Сумки-холодильники, которые в автомобиле используются, тоже стоит термоэлектрический модуль Пельтье, потому что в них не всунешь компрессор, который жрет просто электричество как не в себя, и туда просто его не вместить. Вот. Очень-очень-очень много, на самом деле, сфер применения данного модуля. И здесь он также выполняет роль охладителя. Вот. Процесс происходит примерно так. Сюда поступает жидкость, проходит через водоблоки. Водоблоки, в свою очередь, охлаждаются термоэлектрическими модулями Пельтье. А сами модули охлаждаются вот данным радиатором. Водоблоки мы использовали самые простые от известной компании Baiqi, известной тех, кто интересуется китайскими комплектующими. Радиаторный профиль — это просто радиаторный профиль, алюминиевый радиатор, вот, 120 на 480, это мы его просто так по длине обрезали, а так он 120 миллиметров как раз под кулера. Вот. И стандартные 120-миллиметровые кулера на обратной стороне, которые будут рассеивать тепло с радиатора и охлаждать непосредственно сами модули, потому что они также требуют охлаждения. Я немножко переживаю насчет того, что справится ли сам радиатор с охлаждением модулей, потому как модули я в принципе поставил менее мощные, чем рассчитывал. Сначала решил поставить 5-амперные в количестве 3 штук, вот, но потом решил увеличить площадь рассеивания тепла и площадь охлаждения жидкости, то есть вместо 3 водоблоков стало их 5. Вот, но здесь стоят 3-амперные термоэлектрические модули, вот, и они увеличили площадь рассеивания по всему радиатору. Тут стоят 3-амперные термоэлектрические модули, и их как бы теоретически должно быть легче охлаждать, чем те 5-амперные, потому что суммарная мощность их была бы намного больше. Но так как у радиатора площадь рассеивания довольно маленькая, то есть у них здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 всего ребер вот, на 120 миллиметров, то есть это очень маленькая площадь рассеивания. То есть на обычном процессорном кулере там, наверное, раза в 2 больше ребер будет на меньше площадь. Вот, поэтому посмотрим, как оно себя поведет. Я поставлю еще датчик, на дополнительный датчик на сам радиатор, чтобы видеть, насколько он нагревается. И датчики будут на входе и выходе из данного устройства. Если данный радиатор не справится с рассеиванием тепла данных модулей, то мы попробуем еще вариант, который предложили наши зрители в комментариях. Мы снимем
два кулера, сделаем здесь перегородочку и поставим два монстр-кулера, у которых 6000 оборотов, вот, и попробуем еще такой вариант. Вот, если же и этот вариант не сработает, то попробуем еще другую конструкцию. Это будет уже совсем другое видео, полностью переделаем, то есть это будет совсем другая конструкция. Приступим к установке нашей машины. Поставил я наше устройство на стенд, установил датчики температуры на вход и выход, точнее на вход и выход, и один датчик прилепил вот здесь на радиатор, чтобы отслеживать температуру радиатора. Приступим к тестам. Результаты эксперимента немного огорчают. В простое компьютер охлаждается, в принципе, до момента, пока не нагревается радиатор. Вот. Когда он нагрелся, то температура устаканивается примерно на 18 градусах. Вот. И меньше не падает. Но это не то, что нам нужно. Вот. Нам нужно было именно понижение температуры при стресс тесте, то есть нагрузка при разогнанном процессоре. Вот. А при нагрузке начинает температура уже повышаться. Вот. Начинает повышаться и, к сожалению, результат негативный. Попробуем еще установить вот такие вот вентиляторы. Вот. Каждый из них по 6000 оборотов. Мы сейчас попробуем на скорую руку установить два таких вентилятора с перегородкой посередине, то есть они будут каждый выдувать с одной и с другой стороны, то есть они друг другу мешать не будут. Это рекомендации наших зрителей, вот, и это, пожалуй, может сработать, хотя на самом деле я не уверен. Площадь радиатора довольно маленькая и не позволяет рассеивать тепло, которое выделяется модулями. Но мы попробуем. Если же и не получится с данными кулерами, то надо будет переделать полностью данную конструкцию. То есть, есть еще пару идей, как реализовать данное устройство, поэтому не спешите отписываться. We'll be right back.
Закончили мы тесты с модификацией нашего устройства. Не показывает нужных результатов, к сожалению, в стресс-тесте. В простое, конечно, с одним вентилятором на 6000 оборотов все намного лучше, но все равно не то, что нам нужно. К сожалению, проблема в самом радиаторе. То есть из-за малого количества ребер, малая площадь рассеивания для данной мощности модулей. То есть нужен радиатор с большим количеством ребер. Есть несколько идей по изменению конструкции, которые могут в принципе сработать. И, наверное, это будет уже следующим таким проектом, который мы попытаемся реализовать. Также вы можете оставить свою идею по улучшению данной конструкции под этим видео. И идея, которая наберет больше всего лайков, мы попытаемся реализовать. Спасибо, что досмотрел видео до конца. С тобой был интернет-магазин Семант. Меня зовут Илья. Пока.